В Новоаганске от отравления угарным газом умер мужчина. В деревянном доме, где он жил, сегодня ночью произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 2 часа 35 минут. На место выехала бригада спасателей. К этому времени огонь уже охватил чердак дома и стремительно распространялся. Остановить огонь удалось только к 5 утра. Всех жильцов двухэтажки, 16 человек, в том числе 4 детей, эвакуировали. 4 пострадавших доставили в больницу с отравлением угарным газом. Один, к сожалению, скончался. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация электрооборудования. К тому же этот дом признан ветхим. Всех жильцов планировали расселить.